Next to skate representing France, Bernard Caron and Matthew Joss. Следующая пара, выступления которой мы предлагаем вашему вниманию, это Пернель Каррон и Матье Жост, представляющие Францию. Довольно опытный партнер, 28 лет. Партнерша помоложе, 22 года ей всего. Тепло встречают французских спортсменов публика, оно и понятно. И только что нам показали их непосредственных соперников по чемпионату Франции, Натали Пишала и Фабиана Бурза, которые держатся пока на третьей позиции с результатом 34-38. Ну, там очень плотные результаты у трех дуэтов. Шинет и Джон Керри, Натали Пишала, Фабиан Бурза, а также Домнина и Шабалин. Между ними всего лишь менее полутора баллов дистанция. Чуть-чуть выше находится Шинет и Джон Керри, а это Оливье Шенфельдер на ваших экранах, чемпион мира прошлого года. Поддерживает он своих соотечественников. К сожалению, побороться за медали чемпионата Европы Шенфельдеру в этом сезоне не удастся из-за травмы партнерши. Ведущая французская пара участие в чемпионате не принимает. И, по-моему, если я не ошибаюсь, нет, тем не менее, выбрали свою квоту французы на этом первенстве Европы к двум сильнейшим дуэтам Пишала Бурза и Каррон Жост добавили еще Терру Финдлей и Бенуа Ришо, которые видели уже, что выступили достаточно давно. Они пока находятся на 17-й позиции. Интересно последить за заочным соперничеством двух французских пар. Сумеют ли Каррон и Жост хотя бы придвинуться вплотную к Пишала и Бурза. 33,21. Практически на одном уровне с Домниной и Шабалиным оценивают арбитры эту пару. У Домнины и Шабалина 16,28 за технику, но за представление программы 18,25. Больше, чем у чемпионов Европы, пока за компоненты программы.